Всем привет! Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал изменения в правилах, касающиеся переноса прыжковых элементов во вторую половину программы. Ну, мне кажется, что здесь здравый смысл, потому что, знаете, вот если рассматривать застолье, то сначала едят закуску, а потом едят суп, потом едят второе, потом едят десерт, потом пьют коньяк. На это традиционно сложившийся. А рассматривать программы, когда сначала человек делает вращение и дорожки, а потом на последних полутора минутах программа начинает делать прыжки подряд. Мне кажется, что это решение Конгресса правильно, потому что программа должна быть сбалансированная. Перемещение всех прыжковых во вторую половину программы – это был флюс. А флюс всегда односторонен. Давайте сделаем так, чтобы программа фигурного катания имела две близкие по размеру щеки. Было время, когда все сложные элементы выполнялись в первой половине. И тогда левая щека была больше правой. Сейчас правая щека больше левой. Так, давайте сделаем эти щеки равнозначными, да, равноразмерными. И тогда физиономия фигурного катания будет выглядеть более обаятельно, сказал Мишин. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем желаю хорошего дня, до свидания.